Добрый день, дорогие друзья, с вами канал Про Все. Сегодня хочу с вами говорить про одну лайфхак для кормушки или кормушка витаминов для куропатки или для курицы, ну, для чего удобно будет это сделать. Эту кормушку, но сейчас поговорим чуть позже об этом. Сейчас покажу куропаток. Сейчас очень жарко, днем до 41 градус достигает плюс. Сейчас им очень жарко, они еле дышат. Вот смотрите, как они дышат. Для них очень жарко это. Ну, здесь есть место, где они могут спрятаться. Сейчас крупным планом покажу мелких куропаток. Тут есть два месячные и чуть побольше, меньше куропаток. Вот через сетку снимаю, чтобы они все видно были. Для них тоже этот кормушку сделали. Ну, сейчас они несутся по-малому. Сейчас не кормлю кормом для детеноса, но они так днем 4-5 штуки несутся, но это уже не годен. Ну, давайте поговорим про кормушку, которую я делал. Ну, друзья, взял вот такой ведры, вот такие. Ну, здесь наклейка есть. Не хочу рекламу делать, откуда. Ну, можно брать вот такие ведрышки. Ну, тут отверстие делали из такого сверла отрезного. Вот. Диаметр не хочу сказать. Ну, диаметр тут, по-моему, дюймовая. Новая. Это что? Ну, можно взять побольше, поменьше диаметра. Ну, это подходит для куропатки. Вот такое отверстие делали, 4 штуки. Для головы, чтобы они зашли здесь. И для чего это я делал? Для того, чтобы тут сыпать, если ракушки, добавку делать, тут не другие минералки есть, чтобы с кормом не мешать, они отдельно кушали эту минералку. Ну, я сейчас буду добавить здесь измельченную ракушку и ну, там бентонит есть. Вот такой смесь у меня получилась. Вот это вся витамины там разные. Ну, разные витамины нету, тут только бентонит и даже здесь и ну измельченная ракушка. Вот такой смесь у меня получилась. Такой. И сейчас вот эта кормушка, отдельная кормушка, которая продается, есть и заводская кормушка, ну, очень дорого стоит. Ну, тут я это на глаз все делал. Для этого чуть поменьше глубина для смеси делал. Ну, это для малому количеству подойдет. Сейчас их добавлю здесь. Вот таким способом. Вот. И они будут кушать. И есть крышечки. Вот это закрою так, чтобы там ничего не сыпали или что-то сделали. Вот такой интересный кормушка получилась. Вот так. Поставим возле корма, они подойдут и покушают, сколько им надо, они сидят. Вот здесь я сыпал, вот, они не мало тронули, там ничего почти не кушали. А так они удобно их кормить, сколько им надо, они будут кушать этот препарат. Ну, добавку вот это, все тоже здесь добавлю.
чуть оставлю для нескольких. Там куропатки тоже есть. И вот таким способом закрою. Все. Аккуратнее вот такой кормушечка получился. Ну да, тут то можно и кормовую такую кормушку делать. Интересно, рабочий вариант будет. Ну, уже по большим ведру можно взять и вот такие отверстия делать, несколько штук. Тут я 4 штуки сделал. Для корма тоже пойдет. Вот такой. Думаю, что куропатки оттуда будут кушать. Вот даже они линяются, уже перышки линяются. Потом будут красивые куропатки. Ну, еще отдельное видео будет про цесарки. У меня 4 штуки есть цесарок. Вон там они. Вот так покажу моих куропаток. Маточных куропаток. Вот самец. Вот это доминирующий самец. Вот смотрите. Красавец. Это доминирующий. Это и вон там. Тоже самец доминирующий. Все, ребята, вот такой короткий видео. Хотел снимать. Джан. Все, ребята, кому понравился видео, ставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. Скоро будет еще интереснее видео. Всем пока, удачи, друзья.